Мы «Шахтер», команда всегда с ребятами, команда вся, под всей командой всегда стараемся помочь как бы детям, нуждающимся, которым нужна помощь после этих всех. Поэтому мы надеемся, что они быстрее все выздоровеют, и мы все вернемся домой. Ну да, все маленькие, кто постарше, это, ну все они дети. Поэтому, ну, спасибо вам, что приехали. Ну да, наблюдать за этими детками, то есть непростое время они оказались, то есть как бы заложниками этой ситуации. Со своей стороны пытаемся как-то поднять им настроение, помочь в плане реабилитации. Надеюсь, что они поскорее выздоровеют и будет все хорошо. Такая ситуация, то есть оказываешься в больнице, смотришь на этих деток, то есть как-то забываешь о футболе, о другом сейчас мысли, то есть тяжело наблюдать за ихними, как можно сказать, страданиями, потому что тяжело им приходится сейчас. Поэтому как-то о футболе стараешься не думать. Футбол – это такое, сегодня одно, завтра другое, а дети – это жизнь. Надо дать им шанс войти в эту жизнь здоровыми, полными энергии и сил. Я могу с уверенностью сказать, что это очень значимо, это очень нам нужно, это по делу, и это спасенные жизни. Конечно, обрадовались, потому что дети есть дети. Болеют ли они, здоровы ли они, конечно, они остаются детьми. И вы видели, что много было мальчиков, и в таком возрасте уже сознательном, и кто-то из них болельщики.